Дорогие друзья, шалом алейхем. Можно ли измерить любовь? Когда мы видим, что человек дает другому человеку свое время, энергия, свои деньги, мы понимаем, что он его любит. Потому что разум человека всегда говорит человеку, не надо давать ничего, если нет интереса, если нет большой причины давать, надо все оставить себе. Надо думать о своей будущей, если вдруг потом не останется, надо инвестировать в себе, в свою семью. А тут вдруг он начинает давать. Он дает не потому, что у него есть интерес, потому что он любит. И что больше человек дает, что больше мы понимаем, что он любит этого человека. Его разум не влияет на его сердце. Потому что разум всегда скажет человеку, что надо в себе все оставить. Иногда мы смотрим на человека, мы думаем, что он неадекватный. Он сколько дает от себе, и время, и энергия, и свои деньги, что мы считаем, что он даже ненормальный человек. Тогда мы понимаем, что он по-настоящему любит этого человека. Есть заповедь Тора «Люби ближнего, как самого себе». И мы иногда смотрим на человека, он насколько любит людей, что мы впечатляемся от него, что насколько он любит, что его голова вообще не работает. В нашей главе недели Хукат говорится про еврей, который стал в духовном смысле нечистым, и единственный способ его чистить – это через с помощью красной коровы. Кто проводит эту церемонию, обряд, проводит это священник. Но говорится в Торе, что священник, который помогает этому еврею стать чистым, сам становится нечистым. Получается, это похоже на доктор, который лечит человека с тяжелой болезнью, например, СПИД или корона, или другой инфекционной болезнью, и знает заранее, что он сам заболеет. И говорится, что священники, они это сделали с любовью и в радости. Они были готовы жертвовать от себя, ради помощь другому человеку. Вот это значит, что они любили евреи, который к ним пришел. Когда мы видим, что человек готов жертвовать от себя, мы понимаем, что он по-настоящему любит. И Всевышний это очень ценит. Когда Всевышний видит человек, который любит другого человека и готов жертвовать, и не планирует, и не думает о себе, он просто отдает. Всевышний такому человеку тоже дает безлимитное браха и энергия, и жизни, и здоровье, все, что человеку надо. Несколько дней назад мы отмечали день 3 Тамуза, Гимел Тамуз. Это день, когда Лубавичский Ребе ушел от нас, из нас физический мир, 27 лет назад. Я поехал в Нью-Йорк, что находиться возле Ребе, и в 770, и на Охел, где находится его могила. Ребе вдохновил целое поколение молодые ребята. Молодые хасиды, муж и жена поженились. Они могут жить в Нью-Йорк, они могут жить в Лос-Анджелес. Красивая жизнь. Это очень талантливые, умные, толковые ребята. Но они готовы жертвовать жизни ради того, чтобы помочь людям, чтобы приблизить их к Тора, к мицвот, помочь им в материальное. Они едут в разные уголки мира. Камбодия, Непал, Филиппинс. В каждый маленький город, где могут быть евреи, они создают бет хабад. И они не думают про себя. Потому что в эти места, где они будут жить, не будет образования для детей, не будет кошерная еда, не будет локальное финансирование для их работы. Они заранее знают, что это будет тяжелая жизнь, но они счастливы. Они рады, потому что когда человек любит, когда он понимает, зачем он это делает, это счастливый человек. Когда я их видел, эти ребята, мне, как шалиах, который уже служит движение 31 год, мне оно вдохновило тоже. Видеть эти молодые ребята, которые не видели Ребе на протяжении 27 лет, Ребе с нами нету. Они родились после того, когда он ушел от нас. Но несмотря на это, его влияние, как любить ближнего, как самого себе, все жизни, не то, что поехать на один месяц и сделать доброе дело, а потом вернуться назад домой в Лос-Анджелес или в Нью-Йорк.
все жизни посвящать людям, что радовать их, вот это то, что Ребе нам дает, и это приблизит прихода Машиаха. Зайд гизунт, шаббат шалом. Момент мудрости с Коль Эль Тора. Присоединяйтесь к нам в Facebook, YouTube и не только.